Привет! Напомню, что у «Ушей в огне» есть еще и паблик ВКонтакте, где мы постим новости, интересные вещи из мира музыки и просто что-то приятное нашему слуху. Ссылка на него есть в описании к данному ролику. Ну и на мой личный инстаграм, там ссылка тоже есть. Также у нас есть очень теплый ламповый чатик в телеграме, ссылку вы знаете, где искать. Вступайте и подписывайтесь! Всем привет! Андрей, «Уши в огне», и это второй ролик из серии долгожданных обзоров на долгожданные вами релизы. Сегодня я расскажу вам про новую пластинку Glassjaw, которая получила название Material Control. Сразу уточню, что эта пластинка для меня была достаточно тяжела для обзора. Она шла у меня очень долго, очень сложно, и именно поэтому данный ролик выходит спустя почти полтора месяца после ее релиза. Также добавлю, что я познакомился с Glassjaw исключительно благодаря этому самому альбому. Я не слышал их работ до этого, послушал их сейчас. Поэтому я могу, мне кажется, составить адекватное мнение о данном альбоме, и в то же время оно будет довольно интересным, просто потому что я не знал, чего ожидать от столь долгожданного реюниона. Я не слышал Glassjaw до этого, соответственно, все мои ожидания были кристально чисты. Material Control – это третий полноформат Glassjaw. Предыдущая их работа вышла аж 15 лет назад. И тут история довольно-таки схожа с историей At The Drive-In. Фактически в начале 2000-х годов ребята приобрели невероятную популярность. Ну, среди, конечно же, определенных кругов. Поднялись, добились какого-то успеха и после этого впали в очень долгий отпуск, о котором они, собственно, не говорили. Они продолжали радовать фанатов какими-то редкими синглами и концертами, но, тем не менее, полноценной работы группы в тот период замечено не было. Все эти годы Glassjaw обещали выпустить свой новый альбом, но вышел он только в декабре 2017-го. И вышел он, причем, именно так, как я люблю, совершенно неожиданно. Просто в какой-то момент появляется анонс о том, что через 2 недели выходит новый, так долгожданный многими альбом Glassjaw. Наверное, с группой Tool получится так же. Glassjaw играли весьма своеобразный пост-хардкор, который очень легко попадает вот в эти самые рамки, но в то же время с очень заметным влиянием альтернативного рока. Сейчас, в принципе, концепция не поменялась, но слегка видоизменилось. Material Control звучит заметно более сложно и комплексно, нежели предыдущие две работы группы. Те альбомы — это вполне себе простой хаотичный пост-хардкор, который был свойственен для начала 2000-х. Его можно было найти, ну, относительно у многих, и его продолжали играть в течение всех 2000-х и в начале 10-х. Здесь же мы по факту имеем очень сильную смесь. Интересно, какое количество людей отпишется меня после этого сравнения. На мой взгляд, Material Control звучит как смесь между Dillinger Escape Plan и группой Deftones. От группы Deftones у нас здесь, конечно же, вокальные партии и очень необычный саунд и смешение инструментов в один единый микс. От Dillinger Escape Plan, конечно же, энергия, ломатье и вот это вот все. Да, это однозначно говорит нам о том, что все это время, все эти 15 лет, группа не стояла на месте и как-то развивалась. Она не пытается угодить старым фанатам, но пытается их удивить в хорошем смысле этого слова. И да, вы знаете, конечно же, у них это получается, но это формирует новую проблему – разделение фан-базы. Те, которые такие типа «Олдовое было лучше», и те, которые типа «Да пошли вы нахрен, я все еще люблю Glassjaw, независимо от их альбома». Это, конечно же, участь всех групп, которые претерпели реюнион вот в последние годы. Общий саунд этого альбома получился заметно более взрослым, экспериментальным и интересным, на мой субъективный взгляд. Во главу угла, на мой взгляд, встает ритм-секция. Иногда упор на бас делается настолько сильным, что он начинает перекрывать гитары. В лучшем случае идет с ними на одном уровне. Это неординарное сведение, когда все инструменты имеют примерно равный уровень громкости и равный уровень влияния на, собственно, всю звуковую дорожку. Но за счет особенностей низких частот они начинают откровенно выпирать вперед и притягивать на себя все внимание. Этот микс мне понравился в колонках и не понравился в наушниках. Почему? Да-да-да, сейчас многие начнут говорить, что у меня аудиосистема говно и вообще AirPods лучше выкинуть, но
Черт возьми, это в принципе хорошие показатели. Многие люди слушают музыку через, ну, не самые дорогие наушники, само собой. И на мой взгляд, любой музыкант должен делать на это упор, что не обязательно их музыку будут слушать через хорошие источники звука. И, соответственно, надо ее как-то адаптировать, приспособить таким образом, чтобы человеку не нужна была невероятно крутая high-end стерео хай-фай система для того, чтобы слушать то, что они там поназаписывали. В результате вот такого вот неординарного подхода к звуку этот альбом звучит очень монолитно. Но, к сожалению, монолит этот неподвижен, его невозможно как-то передвинуть куда-либо в какую-то сторону, и из-за этого данная пластинка воспринимается довольно-таки тяжело. Знакомиться по ней с группой Glassjaw будет, ну, сложно. Я — это самый яркий пример вот этого вот самого первого знакомства с Material Control. Я его прослушал, я такой: интересно, что же было до этого? Я включаю первые два альбома, потом все на порядок проще, гораздо более легко воспринимается мною лично. И от первых двух альбомов, честно, я получил удовольствие больше. Да, по нынешним меркам те два альбома звучат примитивненько, в то время как Material Control — это эдакий большой и серьезный эксперимент, при этом каждая составная часть которого, каждый инструмент и каждая партия звучит именно как эксперимент. Из-за этого всего альбом выглядит как одно большое целое, составленное из таких маленьких частей, то есть по уровням расположены кубики, и я не знаю, как к этому относиться. И если я не могу сказать однозначного «да», это значит, что скорее все-таки нет. Да, этот альбом хорош, он интересен, и он почти наверняка понравится довольно широкой массе людей, кто находится в теме этой музыки. Но я не готов сказать, что он какой-то особенный, шедевральный, да, экспериментальный. Хороший ли? I don't know. Как мне кажется, попытка сыграть в авангардность далась Glassjaw довольно-таки тяжело. Посмотрим, как время распорядится судьбой этой пластинки. Посмотрим, что будет с группой Glassjaw после этого. Станут ли они, как и The Drive-In, активно функционирующей группой. И, исходя из этого, уже можно будет сделать выводы, в правильном ли направлении они начали двигаться. Ну а пока неуверенные 6 ушей из 10. Самые, наверное, неуверенные за всю историю существования канала. Ну что, друзья, мне интересно узнать ваше мнение по поводу Material Control. Напишите его в комментарии, обсудим вместе. Я знаю, что вы ждали этот ролик. Вот он, собственно, перед вами наконец-то. Подписывайтесь на наш паблик ВКонтакте. Там мы постоянно обсуждаем какие-то такие новости. И на мой личный Инстаграм. Ссылка в описании к данному ролику. Ставьте пальцы вверх, если согласны с моим мнением. Подписывайтесь на канал Ушей в огне. И на этом, пожалуй, все. С вами был Андрей, Уши в огне. До встречи в следующих видео. Пока-пока.